Сколько чудесных событий ты мне подарил. Мир удивительных грез дорогу открыл. Шорох страниц книг, радость души миг. Трудно представить, как без тебя бы я жил. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым. Счастье тебе, душ наших лекарь и библиотекарь. Счастье тебе, душ наших лекарь и библиотекарь. Герои романов, рассказов, поэм. Сколько моих беспросветных решили проблем. Будни моих круг снова войдет друг. Незаменимый, никем не сравнимый, ни с чем. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотекарь. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотекарь. Что будут читать дети и взрослые, во многом зависит от библиотекаря, потому что он и добрый советчик, и понимающий слушатель, и собеседник для посетителей. По-настоящему хороший библиотекарь должен постоянно читать не только по своему вкусу и по своим интеллектуальным потребностям, но иногда и для того, чтобы гармонировать с читательской аудиторией, быть с ними в теме. Есть место, где, кажется, замирает само время, и все дышит покоем и умиротворением. Библиотека. Колоссальный источник знаний. Здесь с высоты стеллажей смотрят на нас мудрые и необычайно увлекательные книги. Все мы любим библиотеку с ее неповторимо спокойной обстановкой, тихим полумраком и шелестом страниц. Это место всегда ассоциируется не только с наукой и учебой, но еще и развлечением, ведь нет более верного и надежного спутника жизни, нежели хорошая книга, обогащающая кругозор и позволяющая более глубоко чувствовать этот мир. Централизованная библиотечная система Хасавюртовского района ведет свой отчет с 70-х годов прошлого столетия. За более чем 40-летнюю историю существования претерпела множество изменений. Сменялись сотрудники, руководители, помещения, но неизменным оставалось одно – любовь читателей к книге. Сегодня библиотечный фонд насчитывает порядка 346 тысяч книг, 48 библиотек, как две детских, к примеру, в селениях Акса и Куруш, так и взрослых. Более 35 тысяч читателей всех возрастов с удовольствием зачитываются классикой, детективами, историческими произведениями и свежей прессой. И несмотря на век компьютеризации, число их постоянно увеличивается. А руководит централизованной библиотечной системой района вот уже более 10 лет Абасова Зульфия Багадурова. Окончив Хасавюртовский педагогический колледж, она поступает в ДКПУ, социальный факультет. Рассказывает о своих сотрудниках с гордостью и так же, как и все библиотекари, любит свою работу.
целью нашего коллектива, в частности методического центра и отдельности каждого библиотекаря, является сделать нашу библиотечную систему, конкретно каждую библиотеку, центром активного чтения. Место развития, место обучения, место пропаганды всего прекрасного. Именно библиотекари, я могу заверить с уверенностью, наравне с педагогами, они выполняют три очень важные функции. Если педагог выполняет образовательную функцию, воспитательную, развивающую, то точно так же библиотекарь выполняет все эти три функции. Основные задачи являются реализация вот этих трех функций. Регулярно в библиотеках района совместно с местными школами проводятся мероприятия, приуроченные к памятным событиям, различные акции, такие как «Нет наркотикам», «Мы против террора», а также встречи с известными поэтами, писателями и прозаиками. Поэтому благодаря моим работникам, которые работают более 30 лет, я их с гордостью называю ветеранами, благодаря их опыту, мастерству, мне кажется, на сегодняшний день работа библиотечной системы, она на неплохом уровне на сегодняшний день. Почему? Потому что мы принимаем участие во всех республиканских конкурсах. Потому что любой конкурс – это всегда самое активное участие всех, начиная от детей, школьников, родителей, учителей, участвуют все. Это всегда выявление лучших, выявление каких-то особенностей, умений, талантов. Это всегда интересный процесс. Два года подряд наши библиотекари, они выиграли грант. Сулевкент выиграла грант как самое лучшее муниципальное учреждение. Это Курбанова Зулейха. И второй грант выиграла заведующая библиотекой села Батайорт Гаджиева Нурьян как самый лучший сельский библиотекарь. Конкуренция тоже была? Это был республиканский конкурс. Да, это поощрение в 100 тысяч. Московский конкурс. То есть есть стимул какой-то, да, определенный, да, для того, чтобы работать. Еще хотела бы порадоваться тем, что вот последние годы мы ощущаем внимание со стороны руководства Дагестана, со стороны руководства нашего района, мы ощущаем поддержку всегда. Ни один вопрос не остается незамеченным, нерешенным. И отрадно то, что мы каждый год получаем компьютеры для сельских библиотек. Вроде еще несколько лет назад можно было это считать чудом, но на сегодняшний день, мало-помалу у нас идет компьютеризация, помимо того, с подключением к сети интернет. Это еще больше расширяет наши возможности и делает нашу работу более интересной и интересной для наших читателей. Хотела бы отметить, вся работа, все, что на сегодняшний день, чему мы радуемся, я могу сказать, это заслуга моих работников, ветеранов, заслуженных работников. Это такие работники, как Абдуразакова Луиза, заместитель директора, заведующая методическим отделом Пашаева Наталья Габиловна, заведующая детским сектором Асия Воробьят Абдурахмановна, заведующая библиотекой станции Карланюрт Ханапиева Лаюзат, заведующая библиотекой села Тукита Газиева Жепатимат. Это люди, которые много лет трудятся, несмотря ни на что, ни на какие трудности. Ведь, согласитесь, работа библиотекаря, она порой держится чисто на энтузиазме.
несмотря на какие трудности на сегодняшний день мы терпим, мы как-то, как говорится, не горюем. Надеемся всегда на лучшее. И сами читатели, сами дети, они радуют нас. Радуют тем, что мы на сегодняшний день, мы чувствуем, что мы нужны для них. Они нуждаются в нашей работе. И это и является для нас на сегодняшний день таким стимулом, толчком. А есть что читать в подростках? На сегодняшний день все стремительно развивается, что заставляет нас постоянно обновлять книжный фонд. Потому что спрос населения тоже меняется, это радует. У нас последний раз пополнился книжный фонд на 260 тысяч. Вот, это разного рода литература, детская, историческая, справочная литература. В общем, мы приблизительно знаем, чего, что хотят читать читатели наши. И стараемся ориентироваться на спрос читателей. Есть ли спрос на классику? Классика, она всегда пользуется спросом. Всегда. Как говорится, есть читатели у нас, которые только читают классику. Только. И бывает настолько приятно, когда приходят взрослые люди, которые думают, ну, наверное, это уже перечитано уже много раз, но все-таки это им доставляет удовольствие. Ведь на сегодняшний день, мне кажется, хотя у нас много конкурентов, ничто не сравнится с настоящим отношением человеком, теплотой человеческих отношений. Ничто не сравнится с чувственностью книги. Когда читаешь книгу, ты все передаешь через себя. Вот на этот, на сегодняшний день я могу точно сказать, что мы 50 на 50 конкурируем с другими средствами массовой информации. Уважаемые читатели, в любое время двери наших библиотек открыты для вас. Мы с большим удовольствием окажем вам любую нужную вам услугу. Для нас посещение наших читателей – это всегда праздник. Будем вас всегда ждать. По словам Зульфии Богодуровны, все библиотекари – специалисты с многолетним опытом работы, которые знают каждую книгу буквально в лицо. В их уютных, величайших хранилищах всегда испытываешь чувство благоговения и кажется, что не хватит целой жизни, чтобы успеть прочитать. Библиотекарь всегда подскажет, какую книгу прочитать по настроению, а какую – просто тихим уютным вечером, укрывшись пледом у камина. Среди сотрудников библиотечной системы есть как и молодые специалисты, так и те, чей опыт и знания всегда выручают трудную минуту. Это заслуженные работники культуры Республики Дагестан Луиза Абдуразакова, Рабият Асилова, Наталья Пашаева, Лаюзат Ханапиева, Патимат Газиева, Пайнусат Камилова, Хава Багалаева и многие другие. 27 мая отмечается День библиотек. Муниципальный образованный Советский район, в каждом населенном пункте имеются библиотеки. В библиотеках работают хорошие работники, библиотекари, имеющие опыт работы, хороший опыт работы. Книга сохранения и книги сохраняются в наших библиотеках как положено. При возможности они за свой счет улучшают их сохранение, берегут наши помещения, ремонтируют за свой счет. И за счет того, что они очень хорошо относятся к своим обязанностям, на сегодня есть хорошие результаты этой работы. С этим праздником я хотел поздравить всех работников библиотек нашего района и республики с праздником, профессиональным праздником, пожелать им здоровья, счастья домашнего, благополучия и успехов, чтобы их работа приносила удовлетворение им самим и нашим пользу приносила нашему району и Дагестану. Поход в библиотеку для меня – это не праздник, это гораздо более сильное ощущение. В библиотеке есть своеобразная надежность, стабильность, и это ощущение вечности во многом влияет на настрой человека. И каждый, кто испытывает влечение к чтению, тягу к новому знанию,
чувствовать в душе эту гостеприимную атмосферу в библиотеке, широко распахивающей двери своим читателям. И эта обстановка позволяет впитать больше знаний и просто отдохнуть среди высоких стеллажей с нашими умными, верными и преданными друзьями – книгами. В этот праздничный день хочется пожелать всему коллективу централизованной библиотечной системы Хасавюртовского района мира и добра. С праздником вас, дорогие друзья!
Здравствуйте, уважаемые коллеги и гости нашего праздника. Мы рады приветствовать вас в нашем уютном зале. Говорят, на земле есть три главные ценности. Это хлеб, чтобы народ всегда был здоров и силен. Женщина, чтобы не оборвалась нить жизни. И книга, чтобы не оборвалась связь времен. В 95 году, 27 мая, праздник «День библиотек» был официально установлен указом президента Российской Федерации Борисом Ельциным. Спустя год работники библиотек России начали отмечать свой профессиональный праздник – 27 мая. Главная задача для библиотек – согревать сердца и просвещать умы. Великие мыслители современности и древности называли книги памятью человечества. Однако очень часто без библиотекарей, то есть без вас, своеобразных проводников в книжном мире, эти книги, увы, не находят своего читателя. Ну а сегодня, в этот замечательный день, вас спешит поздравить с профессиональным праздником заслуженная артистка Республики Дагестан Юлдуз Топаева. Я живу, как и небес, касаюсь до нас, дома пилим ландо.
На протяжении многих лет особую книжную атмосферу в наших библиотеках создают ее сотрудники, то есть вы. Со временем уходят одни, приходят другие, но неизменно увлеченные своей профессией. Профессия библиотекаря, конечно же, она не модная, не заметная, но всегда необходима для духовного развития человечества. А сейчас слово предоставляется директору межпоселенческой центральной библиотечной системы Хасавюртовского района Абасовой Зульфие Богодуровне. 48 сельских библиотек будут отмечать профессиональный праздник. Я считаю, что это праздник людей, которые очень скромно трудятся на протяжении многих лет, несмотря ни на что, ни на какие трудности. Праздник людей, чей труд не всегда, наверное, бывает заметен. Праздник людей, которые работают, только любя эту профессию. Иначе библиотекарем работать невозможно, потому что именно библиотекари, именно вы помогаете ориентироваться людям в таком стремительном потоке информации на сегодняшний день. Еще раз придает значение и важность тот факт, что признали наш праздник официально, потому что роль библиотекаря настолько велика, ведь за книгой, в библиотеку приходят не только за книгой, просто приходят люди получить человеческое отношение, теплое человеческое отношение. И настолько это важно, быть важным людям, полезным людям. Я уверена, у вас для этого есть очень многое. Самое важное – это ваш многолетний опыт, ваши способности. Я желаю вам всем, чтобы ваши библиотеки, они всегда были многолюдны, чтобы вы были необходимы людям, чтобы люди тянулись к вам, чтобы вы получали радость от того, что вы делаете на сегодняшний день. Ведь библиотеки – это основа культуры, а книга – это достояние каждого народа. Я от всей души вас всех поздравляю. Я желаю вам творческих успехов, мир вашему дому, чтобы мы много-много лет могли так вместе встречаться, радоваться нашим успехам и радовать наших читателей еще не один год. Спасибо вам за хороший урок. Ну а сейчас на эту сцену мы приглашаем Загалова Идриса Магомедовича. Одной из задач было то, что мы должны как работать в библиотечной системе. А муниципальное образование в Сербском районе большое количество работников сельской библиотеки. И какую работу наши от вас требуется, вы все хорошо знаете. И на сегодня, подводя вот такой день итоги, можно сказать, что муниципальный образование Сербский район работает люди очень грамотные, достойные своего дела. И подводя такой вот итогом, видим, что муниципальный образование Сербский район, вы, работники сельских библиотек, вкладываете огромную работу в поддержание наших общего положения в нашем районе. Сельские библиотекари – это люди, которые действительно работают, которые хорошо не видна, но имеют большое значение в нашем обществе. Вы люди, которые непосредственно занимаются детьми. Вы людей приучаете к чтению книги, приучаете их. Это имеет большое значение, потому что человек развивается, при развитии чтения книг человеку дает не только такое зрительное и другое развитие, дает развитие при чтении. И человек формируется таким образом. И у нас для этого, конечно, в районе созданы все условия, все возможные на сегодняшний день для этого, для принятия детей и для взрослого населения, для любой категории населения у нас есть книги. И на сегодняшний день с вашей помощью, конечно, мы это дело и сохраняем хорошо. На сегодняшний день вот библиотеки, сами здания, сама книгосохранение на хорошем уровне. И этот день ваш день, наш день культуры, это я не отделяю там, не отделяю, потому что это все наш праздник. Я хочу вашим профессиональным праздником поздравить вас
сказать вам большое спасибо за вашу хорошую работу. И в дальнейшем тоже будем работать еще лучше. С профессиональным праздником вас! Здоровья, счастья, успехов, благополучия! Добрый день, уважаемые коллеги! Библиотека, как мы знаем, это очень тихий дом, который любит тишину, который дает знания, который вводит место, которое вводит с самого детства и взрослых, и детей в мир знаний, познания всего и техники, познания и истории, познания наших корней. А работники библиотечной системы, которые работают в разных учреждениях библиотечной системы, они могут находиться и в муниципалитетах, они могут находиться и в учебных заведениях, они могут находиться в любых компаниях, везде книга дает людям знания. И сегодня очень приятно в день работника российских библиотек поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо вам, желаю вам здоровья, благополучия, удачи и всех благ. Спасибо. Читать свободное время. Вообще оно есть у вас свободное? Свободное время у каждого человека, но для чтения особенно, есть, безусловно. Но у меня разностороннее отношение. И читаю классику, у меня довольно приличная библиотека, но если вот старшее поколение помнит, 70-е, 80-е годы, чтобы получить, например, подписку, Рамазан. Это была большая Рамазан. Проблема. Но мне как-то это удавалось. Свет включили. И у меня, наверное, больше тысяч книг до сих пор сохранились они. Все-таки я и возвращаюсь к этому. Но несмотря на это, я все-таки помню те времена, когда я посещал и школьную библиотеку, и библиотеку техникума, и университетскую библиотеку. Это были лучшие времена. Даже там и знакомства даже хорошие, с приятными, хорошими людьми. Спасибо. Вот как здорово. И это День библиотек. Спасибо вам за вашу работу. И у нас сейчас приятная миссия. Объявляется благодарность заведующему филиалом номер 21 селения Кандаур-Аул Бачкаевой Айзан Абусаидовне за многолетний труд и вклад в развитие библиотечной системы. Начальник отдела культуры, национальной политики и религии муниципального образования в Сырковский район Идрис Магомедович Загалов. Заведующий филиалом номер 37 в селении Сивуха Гасановой Заире Халитовне. Зав. Филиалом номер 15 в селении Карманил Салаватовой Фатимат Магомедовне. Номер 24 в селении Максов Магомед Шабиевой Аминат Казипбековна. Награждается заведующий филиалом номер 28 в селении Нурадилова Хацеева Асма Абдулвахидовна. Заведующая филиалом номер 48 в селении Индрей Таймасханова Зарема Крымхановна. Благодарственное письмо заведующей отделом комплектования ЦБС Гаджиевой Хави Халимовне за многолетний труд и вклад в развитие библиотечной системы. Библиотекарю отдела комплектования Арусмурзаевой Гульнаре Асильдеровне. Зав. Филиалом номер 1 селения Аксай Шахабовой Зубруд Ибрагимовне.
Дружба, Селеняцей, Аджиевой Гульмире Александровне. Завфилиалом номер 19 Селени Куруш, Дадашевой Салмаз Шахабовне. Завфилиалом номер 22 станция Карманьёв, Канавиевой Лаизат Магомедовне. Завфилиалом номер 30 селение Октябрьское, Камиловой Пайнусат Магомедовне. Завфилиалом номер 44 селение Тукитан, Газиевой Патимат Магомедовне. Завфилиалом номер 45 селение Хамаюр, Багалаевой Хаве Нежидовне. Давайте поздравим бурными аплодисментами коллег. Thank you.
профессиональный праздник, это еще и признание важности вашей профессии. Коллектив Центральной библиотечной системы района многогранный, однако объединяет и всех профессий библиотекаря. Их труд, к сожалению, мало заметен, но очень необходим. Стихотворение о библиотеке читает победитель республиканского конкурса 2016 года «Родной поэзии. Живительное слово», читатель филиала номер 13 селения Ичали Амагаева Хати. Здравствуйте, с праздником вас! Библиотечный день в моей России, библиотека славится везде, источник радости, духовной силы, помощник жизни в творческом труде. Я людям говорю в пути, на даче, мол, праздник, грусти спрашивая день, не отвечают. А чего чудачить? У нас библиотечный каждый день. Ну что ж, пусть будет так всегда и вечно. Пусть с детских лет до старости идет. За знаниями в наш мир библиотечный приветливый читающий народ. На сцене звезда дагестанской эстрады, солистка ансамбля «Эхо гор» Райсат Асланова. Я тебя люблю, я тебя люблю.
профессиональным праздником всем. Желаю удачи, добра, благополучия, любви и счастья. Всего сердца хотелось бы выразить большую благодарность ветеранам библиотечной работы за их нелегкий труд, за то, что помогают хранить знания многих веков, за великий вклад в сознание наших сельчан, за наполнение умов мыслями и развитие интеллектуальности среди населения. Низкий вам поклон. Сейчас слово предоставляется заведующей филиалом номер 45 селения Хамаюр Хаве Багалаевой. В библиотеку приходят по разным вопросам. И юридические вопросы, и медицинские вопросы. И по мере возможности мы их направляем, по каким путям они дальше идти должны. Спасибо вам всем. Огромное спасибо. Я боялась не успеть это сказать. Огромное спасибо. С праздником вас всем. Сколько событий чудесных ты мне подарил. Как без тебя бы я жил? Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотека. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотека. Герои романов, рассказов, поэм. Сколько моих беспросветных решили проблем. В будни моих круг снова войдет друг. Незаменимый, никем не сравнимый, ни с чем. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотека. Счастье тебе, душ наших лекарь, библиотека. Thank you.
Пусть идут года за веком век. Книга — это то, чем мир украшен. Книга — это радость для души. Добрый друг, учитель, верный спутник. Пусть и впредь к сиянию вершин мир она ведет глубинной сутью. С праздником вас еще раз, дорогие друзья, и до новых встреч в библиотеке!